Короче, слухи. Актриса театра и кино, светская львица Анастасия Макеева, несмотря на несколько браков, до сих пор не стала матерью. Она не теряет надежды на это счастливое событие. Пятый муж Анастасии, строитель Роман Мальков, уже является отцом четырех детей от первого брака. Однако у Анастасии было четыре неудачные попытки ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. «У меня все есть. Даже не знаю, что еще желать. Я работаю в лучшем театре страны, выступаю в Кремлевском дворце, для меня пишут песни композиторы. Наконец-то я нашла свою половинку, и он нашел меня. Мечтаю о детях, но мечтать это не для меня. Я – человек действия. Мы с Романом стали паломниками. Ездим по святым местам и просим сделать нас родителями. Я научилась смирению. Но верю в чудо», – призналась Макеева. Если в браках до этого Анастасия покупала роскошные наряды и драгоценности, то сейчас она коллекционирует иконы. «Из каждой поездки привожу домой иконы. Мои приоритеты изменились», – заметила актриса. Любите свою жизнь и подписывайтесь.